Добрый день, участники фестиваля Golden Times. Я Марина Унил Спенсер, член вашего жюри. Вот хочу пробежаться по результатам участников конкурса последнего. И очень быстренько. Но я скажу только о тех, кто мне совершенно так фантастически, феерически понравился. Диана Сакаева, «Балетомания». 10 баллов я поставила, но это как первое место. Очень мне понравилось. Девочка, вариация из капели, сильные ножки, все дотянуто, все хорошо. Вероника Зырчук тоже танцевала куколку, тоже мне очень понравилось. Хорошая девочка. Вот, значит, Prodigers 10 поставила «В лесу». Хорошая композиция, молодцы, очень хорошая съемка. В этом году очень удачные у вас съемки у всех. Интересная такая работа операторов, наезды. Даже кто-то там дроны использовал и так далее. Молодцы. Дальше. Анастасия Зинченко в двух номерах мне понравилась. Belly dancing такой у нее с вакингом был. То есть вакинг с belly dancing совмещенная такая ниша. Очень интересная девочка, красавица. И я бы дала даже гран-при за второй номер, где совершенно чистый belly dancing, такой шоу belly dance с барабаном. Вот. Tour de Force в песке номер мне понравился. Очень классно, такую свою нишу заняли интересные ребята. Дальше. Сахалин, диалог. Гран-при бы дала. Шикарно, молодцы, очень хорошая компания у вас. Дальше, Анжела Колеснюк, съемка шикарная, молодцы, тоже вот наезды, отъезды, очень хороший оператор, и сама девочка сильная, очень хорошо выступила. Елизавета Шкаровская, тоже мне понравилась, тоже 10 баллов поставила. Дальше, Sunrise Dance School, неплохо, очень красивая у вас студия, здание хорошее, чистые окна такие, отмытые, молодцы. Дальше, живопись пошла, да, у нас. Аверина очень мне понравилась. Все три работы. И водопад, и хаски. И за последнюю работу там, где у вас вот мулатка. Я бы дала даже гран-при. Также мне понравилась еще одна мулатка. Другой художник, Гивандян. Тоже у нее мулатка была. Другая. Лилась золотом, красавица. Красиво написана, прям живая такая. Интересная. Тоже бы дала бы гран-при. Дальше. Чухно, Голландия у вас, интересная работа, 10 поставила. Также у Чухно вторая работа, мне тоже очень понравилась, «Олень». Прекрасно, прекрасно. Такое прям, знаете, как вот можно мультяшки вам, вот мультики какие-то делать, иллюстрации. Вот, дальше, Колесниченко, 10 работ, очень интересная. Вот, и еще один вот художник, я бы отметила, я поставила чуть пониже оценку, но ей надо занять свою нишу. Мне кажется, вот художник Хрвама фамилия. Вот две работы были такие водные. Мне кажется, вам надо попробовать в роли декоратора себя. Декорация именно вот к балетам, к спектаклям, мне кажется, очень пойдет. Ну, вот это вот мои такие пожелания и какие-то... еще очень мне понравился мальчик. Вот здесь вот хип-хоп он танцевал. Я бы тоже дала Никита Машавка. Гран-при или 10 даже баллов поставила бы. То есть он вообще летал, он такой крупный мальчик, но очень талантливый, очень способный, он не касался пола, танцевал потрясающе. Вот, для современников, хип-хопников, модернистов, не забывайте, что вам надо показать три элемента на полу, если вы участвуете в профессиональных выступлениях, не в любительских, вот. Это также для брейк-данса, вот. Очень интересный получился конкурс, потому что очень интересные съемки. Вот посмотрите, пожалуйста, все, поучитесь у своих конкурентов, коллег, потому что очень много было интересных съемок. Не просто снято какой-то любительской, а вот именно наездами, отъездами. То есть здорово, какие-то открытия новые я даже для себя нашла. Молодцы, поздравляю всех, желаю здоровья, чтобы вы не болели в этот непростой период. И участвуйте дальше, мы вас ждем. Спасибо огромное организаторам в очередной раз, молодцы большие. Все, до свидания, целую, привет из Италии.